Раньше была такая шутка, мол, что общего между мухой и министром? Правильный ответ звучал так. Обоих можно убить газетой. То есть про министра написали в газете, и на завтра его уже сняли. Смешная шутка. Но есть вопрос поинтересней. Как вообще эти газеты делаются? Жизнь газеты мы покажем на примере одного ежедневного издания. Не скажем какого, хотя эту газету вы точно знаете. 9:00. С раннего утра на ногах отдел писем. Журналисты должны знать, что именно беспокоит читателей сегодня. 10:00. Редакционное утро начинается с планерки. Ее ведет главный редактор или его зам. Сейчас с ним связывались, но он интервью не дает ни под каким видом. Сейчас решается, какие материалы будут в завтрашнем номере и кто что напишет. 11:00. Пишущие сотрудники и фотокорреспонденты отправляются на задание, а все остальные в буфет поесть и обсудить важные темы. Потом времени не будет. 12:00. На работу выходят верстальщики. Сначала, пока корреспонденты и фотографы в поле, они заверстывают в макет готовый дизайн газетной полосы, ранее утвержденные тексты и материалы. Бывает так, что текста чуть-чуть не хватает или его слишком много. Тогда журналисту приходится подгонять свой же выстраданный текст под размеры свободного места. 14:00. В редакцию возвращаются фотографы. То, что они сняли, попадает в отдел иллюстрации, к бильд-редактору. Он знает, какие материалы будут в номере, и заранее подбирает к ним картинки. 15:00. Вернулись репортеры. То, что они сейчас напишут, попадет к редакторам отделов. Их дело – отобрать лучшее, исправить хорошее и отправить в урну брак. К сожалению, просто так, без чуткого редакционного руководства, нашему журналисту текст не написать. 16:00. В бой вступает корректура. Всего в нашей газете может быть до 64 тысяч слов. И все они должны быть написаны без ошибок. 17:00. Уточняющая планерка. Ее ведет заместитель главного редактора. К этому моменту свежий номер готов. Можно подвести итоги и наметить темы на завтра. 18:00. Раньше в этом помещении выводили пленки для типографий. Теперь передача газеты в типографию полностью автоматическая, через интернет. А представитель газеты в типографии следит, чтобы файлы передавались без ошибок. 19:00. Здесь газета печатается. Раньше миллионный тираж всю ночь печатали несколько типографий. Но теперь достаточно одной большой печатной машины башни и 4-5 часов. Ночь. Здесь, рядом с помещением редакции, свежие газеты сортируются и отправляются в торговые сети, на лотки и в киоски, а также на почту, подписчикам. Следующим утром, когда вы только что купили свежую газету или достали ее из почтового ящика, в редакции начинается новый день. И так будет всегда. Каждый день, пока газета выходит. Нет, не буду журналистом. Журналистам быть плохо. Куда лучше быть телеведущим? Наговорил 5 минут на камеру и в кассу. О, а кассиром-то еще лучше быть. Он-то уже сидит в кассе, и не надо никуда ходить. Точно. Буду лучше кассиром.